Друзья, всем привет! На связи Давид Рязаев и Национальная ассоциация опционных брокеров. У нас в компании есть направление инвестирования. Мы привлекаем деньги в ликвидные лоты, в ликвидные объекты. Деньги мы привлекаем от частных инвесторов, инвестиционных клубов. И вот у нас сегодня в гостях наш инвестор Анна, с которой мы уже работаем больше года. Мы уже с Анной сегодня перезаключили третий договор. Вот, Анна, здравствуйте. Пожалуйста, поделитесь опытом от инвестирования в нашу компанию. Как у нас все начиналось? Слушайте, ну для меня инвестиции – это главное доверие. И к вашей компании я почувствовала доверие. И как женщина, наверное, расслабилась, доверилась. Угу. И... чувствую удовлетворение, мне нравится с вами сотрудничать, потому что все в срок, деньги приходят вовремя, что важно, и все четко, конкретно, все классно. Супер. Я, насколько помню, мы с вами договор еще заключали, когда мы были в старом нашем офисе, да, в бизнес-центре «Авиатор», да, постоянно растем, постоянно развиваемся. А как вам проценты? Расскажите, какие суммы проинвестировали, сколько заработали. Сейчас мы с вами договор перезаключили. Оставим коммерческой тайной. Ну ладно, да. Но 3% в месяц я получаю. 3% в месяц. Вот как бы это хороший результат. Анна, расскажите, чем вы занимаетесь? Я активно слежу за вашей страничкой ВКонтакте. Она мне так нравится. Так хочется постоянно к вам присоединиться. Вы постоянно путешествуете. То на острове находитесь, то еще где-то. Благодарю. Я на самом деле практически психолог, и у меня психологическое образование, я работаю с людьми. И одно из направлений моей деятельности — я работаю с денежным потолком. Мне нравятся результаты моих клиентов, мои собственные результаты, поэтому вот тема инвестиций денег, ну, она прям животрепещущая. Кроме этого, я эксперт финансовой кухни, мы даем знания для девушек о деньгах, как сделать так, чтобы девушка чувствовала себя комфортно. Супер, и не рассчитывала только на мужчину, а ну, как-то была более самостоятельной. Класс. Мы обязательно оставим ссылку на Анну, если вы не против. Благодарю. Подписывайтесь, следите. Мне кажется, интересное направление. Я с удовольствием как-нибудь присоединюсь также в ваше путешествие. Анна, а у меня вот еще такой вопрос. Вы профессиональный инвестор. Что для инвестора важно? Как он принимает решение вот именно в инвестировать или не инвестировать? Вот расскажите свой опыт. Ну, для меня важен процент. Я не гонюсь сейчас уже благодаря опыту в инвестициях за каким-то высоким процентом. То есть для меня важнее стабильность и четкость. Многие помнят крипту, поэтому лучше все-таки, чтобы это было консервативно. Сколько вы потеряли на крипте? Не скажу. Я потерял 2000 долларов. Это немного. Мой опыт дороже. Поэтому я рассматриваю консервативные способы, и для меня важна все-таки стабильность. И так как я мама двоих детей, конечно, я выбираю стабильные способы. Класс, класс. Это великолепно, мама двоих детей, инвестирует, берите большой пример. У меня, в принципе, вопросы закончились. Друзья, всем советую начать инвестировать. Инвестировать на самом деле это классно, это престижно, это модно. У нас сейчас действующая рабочая ставка 24-36% годовых. Кто хочет проинвестировать в нашу компанию, будет ссылочка в комментарии на мою социальную сеть. Пишите все условия, я вам расскажу. Напомню, что мы оборачиваем привлеченный капитал на аукционах по банкротству. Мы покупаем только ликвидные лоты, проверенные, и работаем в рамках всей Российской Федерации. Большое спасибо. Контакты я оставлю в вашем описании. Там для наших ребят сделайте какой-нибудь там сюрприз, какой-нибудь. Хорошо, бонус. Печеньку какую-нибудь, да, обязательно. Печеньку. Все, спасибо, всем пока-пока. Благодарю, до свидания.